Идет ремонт поликлинического отделения номер 11 Люберецкой областной больницы. Здание в Малаховке построили в 1984 году. С того момента его не обновляли. К работе приступили в июле этого года. На втором, третьем и четвертом этажах заменили инженерные сети и электропроводку. Сейчас проводятся отделочные работы. Готовность ремонта 90%. Также дополнительно выделили средства на ремонт первого этажа и крыльца здания. Я надеюсь, что где-то, по крайней мере, где-то со середины сентября поликлиника будет обновленной. Ну а мы полностью завершим где-то в середине ноября. Это будет, я оцениваю, под ключ, включая первый этаж. Малаховская поликлиника будет в другом состоянии. Я бы сказал, получит второе рождение.